Рисовый пудинг. В кастрюлю положить 2 столовые ложки риса. Налить 1 стакан воды. Рис должен впитать всю воду. Чтобы рис не прилип ко дну кастрюли, все время перемешиваем. Когда рис впитает всю воду, налить молоко и добавить сахар. Время от времени перемешиваем, кипятить до готовности риса. В отдельной чашке перемешать желток с крахмалом. Добавить воду и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. В кипящую смесь вылить крахмал и все время перемешивая кипятить около 7 минут. Последним высыпать ванилин, перемешать.
взять термоустойчивые чашки, налить в них готовую молочную смесь. Чашки поставить на противень и налить воду, чтобы вода покрывала дно чашек. Поставить в духовку. А готовы они будут тогда, когда немного сверху обгорят. Приятного аппетита!